сегодня в нашем мероприятии принимает участие 17 семей. Первое мероприятие у нас принимало участие 22 семьи. По 10 семей из каждого мероприятия попадают в финальное мероприятие, которое будет происходить 27 мая на Журавлевке. Сегодня у нас здесь 6 локаций. Семьи активно соревнуются за лучшие результаты, за лучшее время, за максимальное количество баллов и спортивно проводят свое субботнее утро. В финале они будут бороться за наши главные призы, это закупки. И опять же, никто не уйдет без подарков. Будут и сладости, будут и развивающие игры, будут и книги, и сертификаты на посещение различных харьковских развлекалок. Плаванием, я бальные танцы. Папа у нас на подхвате. На первой были, потом были вот здесь, бросали в ворота, прыжки были и были в корзину. Ну, мне же понравилось. Прыгали с места, крутили обруч и еще что там делали. Главное участие, а не победа. Просто для себя. Баскетбол. И все. А ребенок ходит на КПР. Мне больше всего понравилось носить мячик на ракетке. Самое сложное было бить мяч в сеточку. Собственный проект «Східного корпуса «Дружня родина» был специально придуман для укрепления семейных ценностей, а также для сближения внутри семьи отношений между детьми и родителями. Весь проект сам по себе представляет собой единое целое для каждой отдельной семьи. Каждая семья преодолевает спортивные препятствия совместно и болеет друг за друга, что, несомненно, положительно влияет на их внутренние отношения. Кроме того, кубки являются достойной наградой за достижения, и сейчас у нас проходит очередной этап эстафеты «Дружня родина». Присоединяйтесь к нам всей вашей семьей, будет весело!